мы получили достаточно большое количество заряда свежего воздуха, прекрасно отдохнули и готовы трудиться. Понравилась и чистота, и вкусная пища. О здоровом питании у меня были совершенно иные представления. Много откровений вообще, как нужно питаться, как нужно спать и вообще, что это очень все взаимосвязано. И только тогда ты будешь здоров. Сюда нужно приехать каждому молодому человеку в таком возрасте для того, чтобы осознать, насколько важно начинать здоровый образ жизни, чтобы потом не сталкиваться с проблемами. Здесь более глубоко преподают о здоровье. Ну, например, вот пищеварение – это основной такой элемент. Очень подробно нам это все разъяснили. Вот. Роль воды в организме. Вот. И сколько стаканов в сутки надо пить эту воду. Так что я сказал бы, мы подчеркнули это дело. Все. Вегетарианство – это для меня было трохи далеке. Але купила книжки, и я буду ними користуватися. Продумана четко, что нету свободного времени для глупых идей. То есть я, так как я курильщик, и курильщик злостный, и пытаюсь бросить, здесь уже так смотрю результаты, что у меня уменьшилось количество потребляемого никотина. Я слышал несколько год для этот центр, смотрел немножко, был абсолютно удивлен. Несколько месяцев тому назад я имел грипп, осталась какая-то немножко такая маленькая инфекция с секретой. На втором дне я увидел подобрение, улучшение своего здоровья. Я жалів себе, бо знав, що в мене позвоночник. Відповідно, я менше рухався. А менше рухався, я поправлявся, а поправлявся мені на серце. І, коротше, цілий цикл закрутився. Я почав більше рухатися, і саме це привело до того, що я себе краще почуваю. Коли йшов до Южного Буга, от, я доходив до середини, в мене вже боліло серце. От. Тепер я ходжу два рази туди, потім ще й поперек ходжу. Само по собі легко мені, немає тої обтяженості, що була раніше. У меня травма 5-летней давности, травма позвоночника, это с ущемлением спинного мозга, то есть у меня импланты стоят в позвоночнике. Мне здесь помогли. У меня чувствительность немного в ногах появилась. Не то чтобы чувствительность, а сокращение мышц я чувствую. Раньше я не чувствовала это. Ходить для меня очень тяжело всегда. Я доходила до определенной, маршрут проходила и говорила, все, я возвращаемся назад. Сегодня я после обеда пошла сама. Медленно, но уверенно. И вот я дошла до реки одна,
і одна вернулась, ні за кого не держась. Підвищений тиск мене турбував, весь час я на препаратах приймала вечором і вранці. Головні болі, сильні прям мігрені мене турбували. Від головної болі я ні разу я тут нічого не приймала, вона мене не турбувала. Тиск мене вже сьогодні 110 на 75. Мені хочеться жити, продовжувати, творити і всім про це розповідати.